Я могу решение написать. Хлопаем. Я могу решение написать. Там... Ой, 10 а будет. 10. Хлопаем. Там... Ой. Должны ли вот в зарубежных странах разных вечером люди хлопают врачам за их героизм в борьбе с коронавирусом? Вот хлопают, там дудят, поддерживают, то есть такая моральная поддержка, чтобы люди увидели, да, ситуация такая непростая. Как вы считаете, нужно ли что-то подобное сделать для поддержки учителей? Нужно ли каждый день хлопать учителям, которые сейчас работают вот в таких условиях? Ну, по крайней мере, мы видим, что не всем легко. Да, каждый день нужно хлопать учителям, независимо от того, что пандемия дистанционно, дистанционно. Потому что найти подход к 30 ученикам в классе в условиях инклюзии или еще каких-нибудь новшеств, это дорогого стоит. И если дети выходят из класса образованные, получили что-то новое, еще это усвоили, смогут применить в жизни, это действительно заслуживает поощрения. И если не во всех регионах учителей ценят денежно, то давайте хотя бы поддерживать их своим добрым словом, потому что если учителя перестанут учить наших детей, то кто вместо них?